Так, привет, зрители. Давайте померяем скорость интернет. Ну, я уже мерил, как вы видите, она очень плохая. Это три скачивания, загрузка один. Это загрузить в интернет, скачать. Но обычно так и есть, как бы загрузить скорость поменьше, но это скорость LTE. Четвертое поколение связи, видите, 4G, 4G. И скорость, она раньше была больше даже, в начале года там около 10, иногда ночью больше, но сейчас вот такая, и джиттер очень большой. Вот видите, 17 джиттер, это стабильность связи. Пинг как бы хороший, 23, но джиттер подергивание, значит, нестабильно будет перерываться, например, разговор, дергаться. Вот так вот. Ну, она становится все время хуже даже со временем. По идее, лучше было что-то. Или они вышки убирают, или само оборудование у них ломается постоянно, либо какие-то фильтры эти не поставили, ни к чему. Но фильтры везде стоят на самом деле, и в мегафоне, но там скорость больше. В общем, вот такой ужас. Конечно, я недоволен, и такой интернет вообще ничего не стоит. Да, он может быть дороже, дешевле, там они продают за 100, 200, 300 рублей, 500. Так что он хочет выключиться, что ли? Нет, я еще ролик не закончил. 1000 рублей, но интернета нету. Ну, как бы он есть, да. Но это даже невозможно поговорить будет. Ну, голосом. Вот, возможно, вот при этом голосом видео даже невозможно будет поговорить. Ужасно. Ростелеком это, Теле2 это старое название, никакого отношения не имеет. Это Ростелеком. Это в любое время. Неважно, что сейчас вечер, да, нагрузка есть, но и днем, и утром, и ночью я мерил сотни раз. И на улице мерил, и на крупной улице. Все одинаково. Только портится со временем. То есть, ну, не за что платить. Вот за что тут платить? Звонки. Я даже не могу звонить. Планшет не звонит. Говорят, звонки, минуты там тебе дадут. Не, смс могу писать. А звонки нету звонков. В планшете нету звонков, причем у меня второй планшет, в котором нету звонков. Это был Nexus 7 LTE, Asus 7, Asus, Nexus 7 LTE. Хороший планшет. У него 13-го года, 13-го, которому 7 лет. Сейчас этого планшета нету. И он уже не звонил. Ну, не звонил, и ладно, и хорошо. То есть я к тому говорю, вот эти минуты, куда они? Ну, дадут мне 1000 минут. Куда звонить? Как звонить? Ну, иногда, может быть, 10 минут мне нужно. 30 минут, 60. Так, ну на этом все. Не совесть, если нужен интернет. Его для меня практически нету его в Ростелекоме, Теле2, сотового. Они никак не реагируют, заявки. Ну, говорят, да, не очень, может быть, поправим, не пойми когда. Вот. Пользоваться невозможно им. Ой, ну и почти что у всех операторов такие проблемы, кроме Мегафона. Да, ужасно. Ничего, естественно, нету. Ни LTE Plus, ни Voice LTE. Не знаю, что они продают, кому что они продают. Ладно. Потестировали, но пока что хватит. До свидания.